Идемо западним ділом Нашиця на обілазницю і учимо у град за южної сторони. От катаємося на велосипеду. Пішли в западну частину обходної дороги около Нашиця і зайдемо з южної сторони в Нашице. Там гора Карандия, там планина Карандия, а слева центральный парк Нашице, а слева центральный парк Нашице. Краве на Ишпаши там, вот корови. Там одесно се иде у село Брезник, Брезик, там право деревня Брезник, а слева вход в парк. Там село Брезник. Мы в село Мартин, приходим в деревню Мартин. Вот площа, Нашиця напускаем, деревня Мартин. Ovdje je ploča, desno za Zagreb i Slatinu, lijevo za Požegu i centar Našica. Vod ploča, prijamo za Zagreb i Slatinu, lijevo za Gorodok Požegu i centar Gorodka Našica. Tam je pred nami u 100 metrov, sve prostor. Датум 9 мая 2014 года. Число 9 мая 2014 года. Вот светлофор. Мы будем поворачиваться влево. Там влево за Кожегу, прямо за Ораховицу. Платимо Загреб. Заканчивается Мартин, Нашичка река, мостик и Нашице с южной стороны. Там
bilo. Tu kasarna. Пойдем туда. Ну-ну. Вот, оттуда пришли. Сейчас пойдем прямо лесно у берег. Пойдем. Улица Аге Матуша. Ведем с велосипеда. Вверх надо. Там прямо еще одна улица, там не пойдем, но туда, вверх. Там этот дом продается. Там убили однажды. Оттуда пришли снизу, наверх. Вот, тут парк, там из-за парка маленькая церковь. И кладбище. Тут парк, пруга, и за парком гробья и капелька. А вот это железная дорога, тоже едет там до силоса, где я был на квартире. Оттуда до силоса около 5 километров. Но и зашли мы на берег. Ну, слава Богу, вышли на берег. Там улица и там кладбище. Около 500 метров далеко. Вот по этой улице, на кладбище там. А тут около кладбища сейчас не дома. И вот перед этим маленьким парком, что вчера записывали. Тут тоже видается квартира, но очень долго смотря, что это наши. За эти деньги я в столице Загреб нашел квартиру. Большую. Сейчас там мы повернемся прямо по улице вниз. Тогда чем идти десно, по улице Низбердо. И сейчас спускаемся вниз, там футбольный стадион, футбольного клуба наш. Сюда все спустимся ниже, там ногометный стадион, ногометного клуба наш. Вот и поезд локальный, который от Силоса едет до городка Нашица. Вот он. Не буду записывать, потому что сложно,
когда приду вниз, запишу снова. Там до конца улицы пойдем. Там. Ну, возвращается поезд назад до силоса, там где я, на квартире. Спустились мы всю дорогу и заустановились, спускались вниз и застановились, чтобы сделали съемку на круг. И сейчас можно и записывать дальше, как идем. Пошли. Вот там мы многометное игрище, вот там футбольный стадион. Тут вернемся и выпьем кофе. Будем отдыхать немножко после катания с велосипедом. Так. И тут одна улица близко леса. Красиво, зелено, свежее. Покатаемся туда. Да. Красивый час не дома. Куда идем, а я асфальт не знаю. Куда идет эта дорога, какую деревню не знаю. Не шел там никогда. Ну, тихо. Птицы пеют, лес свежий, воздух. Хорошо покататься, а так каждый день делаю 5-6 километров. Отлично себя провести. Всякий день направим 5-6 километров на бициклу. Лагане вожне. Вот пришли к концу улицы. О. Большой он собака. И сейчас повернемся. Вернулись назад. Работают хозяины около дома. И дотащим до стадиона нашей школы. И идем там до футбольного стадиона. Там есть кофе-ресторан. Посидим, отдохнем, выпьем кофе и вернемся в город, в центр. Вот там ребята. Тут еще одна улица там вверх идет. Да. А у нас. На стадион. Сверху пришли вниз. Ну да. Тут внутри павильонца, дворик. И тут сразу терраса, кофе-ресторан. Ну да. Вот. Вот пойдем. Причем вас заустаете. Вот.
там дети тренируют футбол. Там. Ногометный клуб Нашк. Футбольный клуб Нашк. Вот отдохну. Два гостя. Поздно. Ovdje je isto jedna mirna ulica, вот тут тоже одна спокойная улица. Это мой велосипед скрипит. Ну там вниз до конца не пойдем. Остановимся. Повернулись назад, а там центр города. Так. Там моя церковь в центре. Вот там церковь в центре городка. Вистям.
и пришли до железной дороги. Вот тут остановка в центре. Туда 2 минуты на электричке до остановки Нашице град. Сами в центр, если не иду пешком или на велосипеде. Да. Evo, vratili smo se u centar gradića Našica, od pa vjernuljiš centar Borotka Našice, na krug. I sad pojdu djeto na zamoroženo i slatko. Haću, haću zamoroženo, da, haću, haću. Da. Evo, kupili smo cigarete gdje uvijek kupujemo, od kupili cigarete gdje se ih da pokupajem. I tako ja im daj. Pogulajem i pođem na kofje. I nam zamoroženo. Oda. Sjevodnja, tam hotel je bolje ljudje, no što bilo včera. Tam, pavije Njemca. А там какие-то девушки, что из нее. Ничего. И запишем где-то. Да, вот да. Там перед готелем девушки. Не знаю, что делают. Да. Люди гуляют, хороший день, практически как в начале лета. Ovdje uvijek uzimam pare na bankomatu, вот тут забираю деньги на банкомату, типа банка. О, это за детей. Люди гуляют. Вот да. Ovdje u centru, idem često u Bilu, od centre, idu často pokupat Bilu, produkti za doma. A na Borot, tam Gorodskoj ring, no, работа є тільки на суботу і середу. Ось. Ту. Зараз немає ні одної бабушки тут. Работає 2 дні в неділю. Да. Tu je moguće mlijeko na litru kupovat. Što vi snimate? Volim snimat i šetat se. Šta konkretno objašnjavati?
Požegu. Фонтана. Заморожено. А, работает, работает. Вернемся на заморожение. Да. Там на заморожено идем. Вот пришел на заморожено. И идем дальше.